с днем молодежи. Если мы перестали делать глупости, значит, мы состарились. Пришла домой, а на столе записка. Все хорошо, я у бабы. Вот сижу и думаю, муж или сын. Вернулся домой с работы пораньше и увидел побольше. Познакомлюсь с мужчиной. Желательно вообще без привычек. Привью свои. Знаете ли вы, что если будильник ставить не на 7.00, а на 7.04, то к концу месяца вы накопите целых 2 часа сна. Боже, сделай так, чтобы в магазине было только то, зачем я пришла. Молоко с селедкой чистит организм там, где даже активия не достает. Записка на дверях участкового терапевта. С 5 по 9 июня приема не будет. Все симптомы болезни и способы их лечения есть в интернете. Ливень. Стук в дверь. Мужчина открывает, а там теща стоит. Он говорит: «Что вы в такую погоду на улице делаете? Идите домой!» И закрыл дверь. Все подорожало. Проезд, бензин, квартплата, еда. Хорошо, хоть зарплату не подняли. Почему твоя сестра решила стать зубным врачом? А ей нравится, когда на нее смотрят мужчины, открыв рот и вытаращив глаза. Дорогая фея, бабло кончилось, туфли потеряла. Принц бросил, сижу в тыкве, пью водку. Выручай, Золушка. Дорогая Золушка, в стране кризис. Палку конфисковали, все имущество описали. Еду к тебе пить водку. Твоя фея. Предупреждаю, я знаю 70 посткамасутры. И если вы будете мне грубить, вы их тоже узнаете.